Пушкин – наше все. Для некоторых его поэзия – источник вдохновения. Вятская художница Татьяна Дедова представила свою новую выставку под названием «Мой Пушкин». Увидеть работы, написанные по впечатлениям от путешествия по пушкинским местам, можно в библиотеке номер 3 «Маяк». Жажда познания Пушкина не покидает ее всю жизнь. Еще в 70-е годы художница Татьяна Дедова начала свои путешествия по пушкинским местам. Это были поездки для души. В дорогу ее звали книги, которые с детства были верными спутниками. Так как с детства у нас в семье был культ Пушкина, то любовь к Пушкину у меня привита еще в те дальние военные годы, когда было холодно-голодно, а бабушка мне у печки читала сказки Пушкина. Художница приглашает зрителя в путешествие по памятным пушкинским местам. Ей интересны и всем известные Михайловская и подмосковная Захарова, заветные тропки и рощи, освещенные гением Пушкина. По словам Татьяны Павловны, она всегда брала с собой фотоаппарат. По возвращению делала фотографии, а уже по ним писала свои живописные полотна. Михайловская, Тригорская, Петровская, Псковские места, они очень близки нам. Там красота необыкновенная, там все насыщено Пушкиным, там музы Пушкина. И когда ты там идешь по его тропочкам от Михайловской до Тригорского или до Петровского вдоль озера Кучань, ты вспоминаешь его стихи. Особую слабость Татьяна Дедова питает к усадебному быту. Любит, когда красивая архитектура сочетается с русской природой. В экспозиции можно увидеть и авторские иллюстрации известных пушкинских стихотворений. Глядя на них, невольно на языке сами собой возникают с детства знакомые строки. «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день». И снова хочется перечитать Пушкина и окунуться в мир его прекрасной поэзии. Юлия Шалаева, Валерий Никулин, Вести, Киров.